Еще раз про машины в Китае. Здесь китайских машин как таковых, ну, практически в Пекине нет. В Гуанчжоу не знаем, еще не доехали, в Пекине их просто тупо нету. Здесь все машины европейские, японские, корейские, какие угодно, только не китайские. Toyota, Mercedes, BMW, Cadillac, очень много всего. Infiniti, вот видим, Toyota опять, Volkswagen, еще раз, Volkswagen, еще раз. Toyota, Mercedes, Cadillac, Mercedes, BMW, Volkswagen, Corolla, Range Rover, Iveco, Peugeot, вот, наверное, единственный китаец, да? Максус, китаец, что китаец? BMW, опять BMW, Nissan, BMW, Honda, Toyota, BMW, Chevrolet. Вот, наверное, единственное, да, мы видим с вами какой-то китаец. Ford Transit. Это китаец вроде, да, Жень? А? Китаец вроде, да? Судя по всему. Да. Плюс. Вот, наверное, вот один из немногих китайцев здесь. Так, так что здесь китайцы сами на китайских машинах, они, собственно говоря, мало ездят. Это новый крузак, это не старый. Это просто они сделали в ретро-стиле. А, да? Да. Опять BMW, Mercedes, опять Infiniti. Mercedes еще. Такси, это Hyundai часто попадалось вот нам. В общем, как-то так. Где китайские машины-то, а? Китайцы, вы куда продаете машины свои? Скажите. Можно дальше продолжать до бесконечности. То есть Hyundai, Ford, Toyota, еще Volkswagen, Mercedes, Camry, Tiana. Вон какой-то, по-моему, китаец, да, один? Ага. Китаец. Вот еще китаец. Toyota, Tesla. Вот это китаец уже, да? Ага. Два китайца. Honda Fit, Skoda. Kia, Skoda еще раз. Это, наверное, китаец, скорее всего. Volkswagen.